И где? Че? Лихи на лицо. Ну, в смысле? Нет, ты боком стоял, ты надо... Как будто на Велину... Вот прям посмотри, как будто на Велину посмотри. Угу. Лихи, давай, вперед. Заново? Да. Так, че? Вы на этой точке поговорите. Угу. Нет, неправильно. А что? Посмотри, Ехидна, в камеру. В камеру прям? Да, Ехидна, в камеру посмотри. Угу. Все? Угу. Долго. Так, быстрее. Еще раз. Подожди, подожди, еще не записывай. Давай. Угу. Так, вот теперь какая ты красивая. Угу. Чё? Угу. Какая ты красивая. Так, еще раз. Так, дальше. Угу. Давай. Какая ты красивая. Ты там дверь захлопываешь. А, да. Всё. Ну. Так, прям же захлопывай дверь, давай. Ага. Так, смотри, давай. Какая ты красивая. Давай еще раз. Иди туда и потом обратно к тебе. Все, привет. Какая ты красивая. Ну, вот какая ты красивая, что-то мне не нравится его. Давай еще раз. Давайте. Какая ты красивая. Еще раз. Дай прям с эмоцией так сильно. Угу. Давай. Угу. Какая ты теперь красивая. Давай еще раз. Угу. Ты теперь красивая. Все, ладно. Так, теперь деталь открывания душа и обливания. Угу. Сама деталь это. Эвелин еще нету. Так, теперь я попробую вот так снять, да? Как? Может, ванну не буду залезать? Даже подальше отойду. Все? Сейчас, подожди. Сейчас. Так. Ну все, так, попробуй. Угу. Нет, не получается, у тебя спина. Так, а без спины можешь как-нибудь? Не получится без спины, да? Без спины не получается. Тогда подожди, придется в ванну залезать. Ну ты сейчас не оборешь, потому что ты душ будешь прям рукой держать, да? Так, а я лью сюда. Да. А, сейчас посмотрим по этим. А Эвелина морально готовится к маме, да? Я посмотрел. Бибип. Да. Так, Егор. Да, попробуй. Она готовится. Егор, попробуй. Так. Ну что, чисто теперь план на кран. Тебя почти не видно. Ну-ка, попробуй. Так, теперь знаешь что? Да. Теперь все-таки надо ковер убрать. И получается, самое главное, Егор, ты когда будешь вот этот душ открывать, да, и сюда направлять, самое главное, чтобы в камеру ни одна водичка ни капли не попала. Это очень опасно. Понятно, да? Хорошо. Это очень опасно, если в камеру попадет вода. Очень опасно. Так, опять мыльницу попарь. Ты прям думай о том, что... Про мысль. Самое главное, чтобы вода не попала в камеру. Угу. Поэтому сейчас пока без воды, как будешь это действие определить. Так, все, я включаю запись. Меня облил, да? А тут сини не было. А это сила, да? Да. Какой меня облил? Да. Случайно. А тут тени-то не было? Тут не было? Туда смотри! Ты когда обливаешь, ты не сюда смотри, а туда смотри. А, то есть меняется? Ну ладно, все. Да на тень смотри! Твою лица не видать все равно. Хорошо. Зато мои эмоции можешь снять. У меня тут уже все облегало водой. Только душ туда держи, ни в коем случае не в камеру. И вот прям за тенью. Ну-ка давай еще раз, без записи. Берешь.
Включаешь. Где тень? Вот. Вот тень появилась. Куда душ смотрит? Тут. Куда душ? А если сюда посмотрит? Не посмотрит. Еще ничего не это. Упал. Оно упало. Ладно, все оставься. Давай еще раз. Нет, давай лучше тогда без воды. Без воды? Да. Почему? Да не особо воду в тени не видно. То же самое, только без воды. Может, лучше... Нет, не надо, давай без воды. Ну ладно. Потому что воду все равно в тени не видать. Угу. Запись. Так. Ты только душ должен кинуть на землю. Я в камере видно, что там воды нету. Хорошо. Ой, на ванну должен кинуть. Давай еще. Ну что он натворил? Че? Ну что ты натворил? Да где тень была? Тень? Да. Я тебе сказала, воду не включай. Самое главное, на тень смотри. Еще раз. Так. А когда уже воду вообще не включай, смотри только на тень. Твою лицо все равно не дать. И душ кидай туда на ванну, угу. Потому что когда ты сюда ставишь, видно, что воды там нету. Угу. Вперед. Так, да? Сейчас нормально, сейчас хорошо.